Андрей Бузге. Ну что ж, молодцы. Молодцы, конечно же, здорово справляются с первой задачей, чего мы желаем в дальнейшем. Друзья мои, ну что ж, здесь на полигоне Алабино смотрит первые заезды танкового биатлона министра обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужегетович Шойгу. Именно по его инициативе, еще раз напомню, был-то и фактически создан, рожден танковый биатлон в 2013 году, впервые проводился, тогда участвовали лишь 4 команды. И танковый биатлон таки стал прародителем армейских международных игр, которыми мы сейчас наслаждаемся не только в нашей необъятной стране, но и уже во многих странах мира. Казахстан, вот уже и поднята синяя мишень, будет вести огонь. Азербайджан, друзья мои, синий танк, командир танка, прапорщик Алиев Амид Талман-Аглы. Первый выстрел, есть попадание! Ох, ликует сейчас вся Азербайджанская республика, браво, болельщики! Если вы здесь, то, конечно же, поддержите свою команду, вас слышат. Я уверен, что слышат ваш экипаж. Ваши лучшие, сильнейшие танкисты уж чувствуют ваши эмоции однозначно. И каждому экипажу, каждому танкисту они очень сильно нужны. Итак, дорогие друзья, в это же время главный судья соревнований говорит о том, что у зеленого танка команды Республики Индия одно. У зеленого танка, друзья мои, одно не поражение, будет как минимум один штрафной круг. А танк зеленого цвета Республики Индия завершает выполнение первой огневой задачи. А вот на экранах синяя мишень. Азербайджанская республика, второй выстрел! В дребезге, браво! Ну, сейчас мы видим болельщиков. Команда Республики Азербайджан, конечно же, поддерживает свою команду. Да, тем более, когда такая результативная стрельба, эмоции зашкаливают. И далящие от лидирующей позиции. Ну что ж, тем не менее, пожелаем удачи мы всем участникам и команде Республики Индии поскорее преодолеть штрафной круг и выйти на преодоление дальнейших препятствий, преодоление всей трассы индивидуальной гонки танкового биатлона. Итак, а синий танк команды Азербайджанской Республики продолжает свое движение. И вот сейчас глубокий поворот перед бродом. Первое фактически препятствие серьезное. Ну, змейка-то тоже препятствие, но, как мы видим, проблем она не создает никому. В это же время мы ждем старта команды Республики Зимбабве. Не первый раз уже участвуют представители Республики Зимбабве в танковом биатлоне. Итак, вот преодолевает брод представитель Азербайджанской Республики. Механик-водитель, прапорщик Искандеров Самир Гурбан-Аглы ведет свою машину к победе, друзья. Так, тут же нам представляет повтор на экранах преодоление препятствия. И есть старт, дан старт команде Республики Зимбабве. Друзья, красный танк отправляется на трассу индивидуальной гонки представителей Зимбабве. Команда Казахстана на экранах. Команда Азербайджана, прошу прощения, друзья мои, Азербайджана. Казахстан у нас уже выступил, причем очень неплохо. На экранах синий танк. И сейчас прямо-таки перед курганом славы проносится на огромной скорости. И впереди Калийный мост. Второй круг начинается для Республики Азербайджан. Пока 6 минут 57 секунд с момента подачи команды на старт. Итак, Калийный мост. Есть, преодолевает представитель Республики Азербайджан. Отсюда прекрасно видно, что судья на участке поднимает белый флаг. Это значит, что не было нарушений. Желтый танк, Южноафриканская Республика. Друзья мои, но этим танкистам, этим парням все же нужна будет серьезнейшая поддержка, потому что эта команда участвует впервые в танковом биатлоне. Команды Зимбабве прямо-таки чуть ли не выполняют просьбу мишенной команды. Конечно же, мишенная команда и все организаторы танкового биатлона работают неустанно, не покладая рук и день, и ночь, для того, чтобы все здесь работало, все здесь поднималось, радовало вас, дорогие друзья, на танковом биатлоне 2018 года. Рефарит Ясвин. Ну, а в это же время, друзья мои, синий танк представителя Азербайджанской Республики подходит к пятому препятствию и будут преодолевать. Пожелаем удачи и
ни в коем случае не зацепить ни одного ограничительного столба при преодолении противотанкового рва. Хорошо, хорошо, белый флаг поднимают. Механик-водитель право. Право это прапорщик Искандеров Самир. Итак, выходит на финишную прямую танк Азербайджанской республики второго круга. Впереди остается еще совсем немного продержаться на той же скорости с теми же показателями, хотя бы не хуже. Итак, в это же время зеленый танк преодолел брод, а вот синий танк Азербайджанская республика просто требует, друзья мои, требует от нас с вами грома аплодисментов и оваций и выходит на следующее препятствие. Колейный мост. Итак, прыжок. Прекрасно справляется механик-водитель, белый флаг. Право. И еще раз право. Не было нарушений. Впереди гребенка и проход мимо взрывного заграждения для представителей Республики Азербайджан. На третьем круге осталась лишь только одна боевая стрельба, которую все же хотелось бы, чтобы представители Азербайджана выполнили результативно. Итак, ну что ж, завершил преодоление гребенки. Белый флаг, мы видим, белый флаг поднимает судья на участке. Это говорит о том, что не было нарушений на данном препятствии. И выходит к проходу в минно-взрывном заграждении. Огромное количество столбов, которые можно зацепить. Но не нужно, конечно же, ни в коем случае. В это же время представители Южноафриканской республики продолжает поиск мишени, третьей мишени, друзья мои, но пока не удается. Все же волнение дает свое и переживание. Первый раз танком в биатлоне, но тем не менее будем надеяться, что следующий экипаж учтет все ошибки и сумеет таки поразить мишени. В это время экипаж желтого танка Южноафриканской республики докладывает о задержке в стрельбе и требует технической помощи. Ну, собственно, сейчас и будет оказана помощь. Выдвигается представителям Южноафриканской республики техническая поддержка. Друзья, вот и синий танк на экранах. Команда Азербайджанской республики подходит к последнему участку ведения боевой стрельбы. Это будет боевая стрельба по мишени номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Немножечко остается продержаться танкистам из Азербайджана. Ну, всего-то навсего показать результативную стрельбу по мишени номер 9. Итак, внимание, друзья мои, на экраны. Останавливается синий танк. Весь экипаж строится перед танком. Танк обязательно необходимо заглушить, закрыть, прикрыть люки. Итак, ждут механика-водителя. Конечно же, ему сложнее всего выбраться из танка. Итак, все, есть построение, и пора начать загрузку боеприпасов. А вот и наши болельщики Республики Азербайджан. Давайте же поддержим гром аплодисментов. Команду идут неплохо. Пока лидирующая позиция в этом заезде. Итак, не будем ничего загадывать, а все же дождемся результативности боевой стрельбы. Итак, зеленый танк догоняет потихонечку, уверенно, Азербайджанскую республику. Это представители Индии. Итак, эскарп. Синий танк, синяя мишень, РПГ. Внимание на экран. Стрельба из пулемета, калибр 7,62 мм, 15 боеприпасов. Ну что ж, будет ли попадание? Мишень стеклянная, прекрасная и замечательно должно быть нам видно, если мишень будет разбита. Ну что ж, с замиранием сердца сейчас вся Индия, многомиллиардная Индия, волнуется, переживает и смотрит таки на результат своей сборной, своей страны, своих лучших танкистов! Браво! Это Азербайджан был, друзья мои, Индия готовится, а вот представители Азербайджанской республики справляются буквально с третьего выстрела, и есть попадание. Индия, друзья мои, в это время скатилась из карпа, не сумели преодолеть это препятствие. Будет назначена штрафная площадка. Штрафная площадка, на которой предстоит выполнить норматив номер 1. Контрольный осмотр машины. Но не перестает, не прекращает ликовать команда Республики Азербайджан. Да и все болельщики Азербайджанской Республики за прекрасное выступление команды. Итак, друзья, ну что ж, а синий танк в это время приближается к финишной прямой. Это Азербайджанская республика. Друзья мои, давайте встречать громом аплодисментом. Остался лишь только противотанковый ров. Ну что ж, внимательно, механик-водитель.
И без нарушений встречаем, друзья мои, гром аплодисментов. Экипаж Азербайджанской Республики! Браво, браво, танкисты! Это первый экипаж, друзья мои, командир танка, прапорщик Алиев Амид Эльман Аглы. Аплодисменты! В это же время представители Республики Индия заработали один штрафной круг за непоражение девятой мишени, ручной противотанковый гранатомет. Ну что ж, а вот и лидеры этого заезда. Время 26 минут 16 секунд. Браво, 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 танкисты Азербайджанской Республики. Молодцы. Конечно же, огромное спасибо тренерской группе, кто сумел таки подготовить этот экипаж. Очень надеемся и верим в то, что второй и третий экипаж выступит не хуже.